Привет, мои золотые. Сразу по горячим следам. Ответочка про слухи возвращения на Дом 2. Действительно, общаюсь с Дианой. Вчера первый день переписывались, пообщались. Прикольная девчонка. С Таней, да, решили остаться просто родителями. Ну, так вот получилось, ничего страшного. Но я скажу честно, что меня все-таки очень неприятно удивил разговор с Нелли Ермолаевой. Такого, конечно, отсутствия профессионализма в разговоре, в субординации я, конечно, не встречал. Это была, конечно, самая жесть, которую за сегодня вообще я где-то наблюдал. Сейчас расскажу. Так вот, друзья, рассказываю. Значит, звонит мне Илюха Ебаров и задает мне вопрос Нелли Ермолаева. Говорит: Алексей, а как ты скатился до того, что у тебя есть любимая жена и ребенок, и ты собрался на Дом 2? Нелли, вот прям к тебе обращаюсь. Ты, во-первых, пойми, я тебе не друган какой-то там, чтобы со мной так разговаривать. Это первое. Это там с другими там будешь с кем-то общаться, там свое окружение найди, пожалуйста. Скатиться на Дом 2, да, при наличии любимых. Ты себе этот вопрос задай, как ты при наличии ребенка и любимого человека, который является отцом твоего ребенка, как ты скатилась и пошла на Дом 2? Так что ты, пожалуйста, в следующий раз... Такой, конечно, абьюзерской подачи и такого отсутствия субординации я, правда, давно не видел. Я очень надеюсь, что все-таки ребята, кандидаты на ведущие, все-таки достойно заменят пост Нелли, потому что так общаться с людьми – это неконструктивно, неправильно, и еще и говорить то, что не является правдой. Нелли – это прям зашкварно, честно. Я даже не знаю, как с тобой вообще дальше, если я даже решу идти на проект, как вообще коммуницировать с тобой, да, если у тебя такие токсичные подачи, токсичное отношение к людям, и что-то мне подсказывает, что все-таки в тебе что-то абьюзерское есть.